Буэнос диез, братва. Ядерный рассветный заряд ваши экраны, а это значит, мы продолжаем проходить амнезию. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки. Улыбка сказал, не вышло, и поехали. Темновато здесь. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниэль. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Нахуй. Ну, сука. Нахуя ты гнать начал? Вроде нікого. І нічого. Масла і так нет ніхуя. июня 2008. Сьогодні утром я знайшов свій дневник серед експонатів, які при... Да что за хуйнище? Блять. Так, где-то второе огниво должно быть, судя по карте. Нахуя я рыбу на обед хавал? Какие-то, блядь, стальные бутылки. О, а вот и бомбер. Это дырдочка. Еще и мясо вылезло. Блять.
25-е, вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки из... Я немного успокоился. Опиум, нахуй. Хотел, не вышло. Так, масло. Анкор. И еще анкор. Так, блять. Эчко. Бочка с маслом, это, конечно, заебись. И вообще, что у нас тут е? Три огнива должно быть. Я все-таки сверяюсь иногда с картой, чтобы не тупить в некоторых моментах. Три огнива подобрано. Шик. Так, нам подсунуть сюда ящик. Иначе я не дотянусь до палки. Рык. Хуйня. Хуйня. Прыг нахуй. Прыг нахуй. Так, где тут чего? Прыг нахуй. Блин, ты где тут мясо взять? Угада отвлечь.
Похоть мимасика. Проблема в том, что это хуй балда, когда ты находишься в воде, шурует гораздо быстрее, чем если ты был. Чем если бы ты был вне воды. Жри, скот, заебал. Ух, успел. Успел, блядь. Пидор вроде как довольно далеко. Вон, пиздящий. Уйди отсюда, говно! Пошел в сраку, говно! Пошел в жопу, говно! А, тут еще одно говно. Дотянулся, надо же. О, шаман, три руки. Ой, чья-то ляха. Блять, далеко бросил. Иди вон, ляху жуй. Блять. Ну и хули ты тут встал, псина ебаная.
сука, все-таки успел переебать, а? Блядь! Сука. Иди туда, ляху жуй. Сука. Вон тебе еще ляха, иди жуй. А хуй тебе, блядина ёбаная. Бля, ёб твою мать, это самая стрёмная локация, по-моему. Просто ран, Вася, ран. Блин, как это хуясина за мной бежит. Блять! Ебать! Паяльником ваш рот! Я не особо понимаю, куда я бегу. Ну вроде как я добежал до пункта назначения. Да уж, фонтанчик еще тот. Побегал я, конечно, знатно. Все равно лучше, наверное, высветить всю эту хуйню, не? Ой, блядь. После побега по тоннелю... Блядь, немножко даже заикаться начал. Усюка, усюка.
Амфора в пыль, трудницы и масло. Блять, я стрелки за трудницы принял, ебать копать. Бывает. Ладно. Так, получается, сначала пиздуем налево. У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс Парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Так. То, что я сумел узнать, это то, что лифт нихуище не работает. Пиздячим дальше. Ух ты ж, блядь, сейчас придется внимательно палить, что происходит. В смысле, у меня лампа пустая. Так, вроде бы я сховался. Раз огниво. Да, масло у меня тут идет духуище. Два огнива, три огнива. Сверло. Ну, там появилась тварь. Что делать будем? Нет никого. Так, на секунду пауза. Так, это получается, я вошел в левую дверь, правильно? Так, теперь мне надо спуститься вот туда, по логике вещей. Тут ебать копать, конечно. Так, так. От лестницы сразу направо комната. Там, по-моему, должна быть записка. Ой, блядь. Да торможу. Не, ну я-то не на гейском паде играю. Так, два больших чана со взрывчаткой. Так, мне нужно смешать жидкость, а вот за каким хуем мне взрывчатка, я понять не могу.
чуть не зевнул. Хуяся. Где третья деталь в таком случае? Ага, значит, где-то в верхней комнате. Кажется, мы сейчас выходим из правой комнатки. Вон бачок со взрывчаточкой. Хуя где? Баночка взрывчаточки. Бля, я что-то не понял. Так, Блэд, дай выход. Тварей тут нету, надеюсь. Флэшбэк вьетнамский.
нахераборило как надо. Кстати говоря, вот этот вот финт ушами очень важен. Потому что если бы я полностью поднялся по лестнице, там бы появился монстру, который мне как бы и нахуй не упало. Мне этот монстрополис просто нахуй не упав. Хе-хе. Все мое. Носите писю. Хуяк. Зачем вы это делаете? Отпустите меня! Так, нам надо где-то тут отыскать одну. Ок. Где-то тут банка с маслом должна быть. Вон она спряталась. Ок. Так, на этой полке все. Теперь что-то стоит на столе. И этим что-то было еще одно огниво. Так. Теперь. Между комнат где-то еще заначка. Да, я все еще сверяюсь с картой. Не самый удобный варик, но поверьте мне. Так. Там тварь. Ушло это говно. Ну где ты там, якуга? Сука нах. А ведь прокнуло, а? Тут еще три огнива должно быть. Одно нашел. Второе тоже. И... третье нахуй. Опа.
Сколько восхитительной кровищи. Ох, ебать! Это еще что нахуй? Аф. Там нахуй тварь по-любому. Надеюсь, эта хуйня сейчас не начнет выносить дверь. Попробуем все-таки. Ушло там монстро. Ну нахуй, лучше по темной стороне пойду. А, это мешок всего лишь. Так. Сука, камни! Блять. Ага, сука. Вон где монстро было. Ну-ка. Блом. Мне чутка не по себе. Надеюсь, эта хуйня сзади за мной не побежала. Ну где ты, блядь, гнилозавр? Ты все еще там бродишь, говно. Так, все равно понять, как быстро проскочить в отдаленный зал в случае чего. Что это, блядь, гнилозавр съебался? Не, на всякий случай ускорюсь, пизду. Все в пизду. Так, с гнилозаврами покончено. Хуяк. Не забудьте сумку, да нет. Не забуду, Герберт.
Вроде бы пустяк, сотик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Дайте-ка гляну на хронометр. Ой, блядь, а нам уже пора заканчивать. Ой, ну что ж, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. И до встречи. Увидимся в следующей серии.